Лена, здравствуйте. Спасибо за такую возможность задать вам вопрос в формате видео. И я хочу вас спросить. Я на третьей ступени программы «Старости нет». С удовольствием смотрю видео и следую всем рекомендациям. Конечно, есть трудности, но вопрос у меня сегодня о моей физической нагрузке. Я заметила, что когда я хожу на пробежку или на прогулку, или работаю в огороде, у меня собирается слизь в горле. И хочется выпить воды или прочистить горло. И вопрос у меня такой. Что это такое и как этого избежать. Спасибо и всего вам доброго. Леночка, приветствую. Очень рада, что у вас собирается слизь в горле. Извините, но это так. Это значит, что ваша физическая нагрузка настолько эффективна, что вы привели в движение лимфу. Лимфа — это такая небурная, это очень медленная речка, которая течет в теле вопреки всем правилам гравитации. То есть от пяточек буквально она должна прийти вот сюда в подключичную вену, сброситься. Но, в общем, это медленная такая речка, которая идет медленно-медленно, поднимается, наконец становится достоянием венозной крови со всеми своими токсинами. Конечно, от головы ток другой, то есть правильный, сверху вниз, но все равно все это сбрасывается в одном месте, в подключичную вену. Поэтому вы привели своей физической нагрузкой в движение всю лимфу, а теперь вы качественно и тщательно обмениваете межклеточное пространство, и там скапливается все меньше и меньше токсинов, но у нас пятая ступень системы старости нет, называется система лимфоочищения. Вот там вы откашляетесь, вот там вы поотплевываетесь, возможно, начнутся такие слизистые бели. Это тоже неплохо, потому что у женщин есть на один сброс лимфы больше. Смотрите, влагалище только у женщин есть, у мужчин нет. Кишечник есть и у тех, и других. Тоже там может быть повышенное слизеобразование, вы можете даже не заметить. Потом бронхолегочное дерево и ротоглотка. Вот, соответственно, поздравляю вас, вы на правильном пути. В вашем организме все фурычит, все работает, все движется. И на пятой ступени мы сначала обострим вот это ощущение. Скорее всего, вы больше почувствуете еще больше слизи и желание откашляться или отплеваться, а потом все это завершится, потому что вы станете намного чище. Как я люблю свою работу. Да, забыла. Если нас сейчас кто-то слышит, кроме нас с Леной, смотрите, девчонки, вы можете тоже задать свой вопрос. Просто задайте свой вопрос, чтобы консультант мой, консультант Оксаночка с медицинским образованием, помогла вам сориентированно, сориентировалась, с чего начать.